Как дела? Всем привет, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, 20 мая. И как вы думаете, где мы? Мы на Дымчае. Не спрашивайте меня, сколько температура воздуха в Алане больше, потому что очень жарко. И сегодня мы приехали на Дымчай, Бияс-сарай, пикник. Посмотрите, какая здесь красота. Все вам покажу, расскажу. Поэтому оставайтесь с нами. Я думаю, что вам тоже будет интересно. Друзья, как я уже говорила, мы находимся на пикнике на Дымчае, который называется Бияс-сарай. И сейчас я вам расскажу и покажу, какие же здесь есть цены. Быстренько пройдемся по меню. Вот смотрите, здесь у них есть и супы, и салаты, и холодные закуски. Кстати, цены достаточно приемлемые, обычные цены, недорогие. На закуски, например, 10-12 лир. Есть у них также прямо из печки 28 лир, 26 лир, спагетти, грили, пиде. Я думаю, что их можно брать на заказ. Также есть какие-то особые блюда из курицы. Ну, в общем, куриные блюда. Кто очень любит рыбу, что самое главное, у них здесь есть рыба. Очень много видов рыбы. Кальмарные кольца. Есть также, посмотрим сейчас, креветки. В общем, большое наличие блюд из рыбы. И, конечно же, сладости, напитки, соки. Есть также алкогольные напитки, горячие напитки. Ну, например, кола стоит 5 лир, чай 2 лиры. В общем, цены очень хорошие, приемлемые. Нам здесь очень нравится, здесь всегда тихо, спокойно, поэтому вы тоже можете, конечно же, сюда приезжать. Мы заказали завтрак, сейчас посмотрим, каким образом выглядит здесь завтрак. Сначала ребята несут нам чай и воду. Видите, кетчуп, майонез ко всем нашим блюдам. Сейчас будем пробовать, вкусный у них чай или нет. Айфам делает прямой эфир на нашем фейсбуке, и нам постепенно начинают накрывать стол. Вот такой вот у нас шикарный завтрак. Пиши. Тут и грибочки, и пиши просто вкуснятина. Картошечка, сыр, оливки, мед, арбуз. Ну и, конечно же, турецкий чай. Ama daha gelecek, devam var. Kolay değil. Оказывается, нам еще несут что-то. Сейчас посмотрим, что же они еще принесли. А, конечно же, яичница. Куда без яичницы? И грибочки с сыром. Самая вкуснятина. Что это? Оне. Картошка. И картошечка. Просто шикарный стол, друзья. Сейчас будем все кушать и пробовать. Самое мое любимое из этого всего, это, конечно же, вот эти вот грибочки, потом яичница, и вот эти вот грибы я попробовала, друзья, это просто обалдеть. А пиши больше нету? Пиши битима, Айхан. Geliyor, yeni geliyor. И вот эти вот булочки, которые, видите, Айхан уже все подточил. Ну и, конечно же, огурчики, помидорчики, картошечка еще вот такая. Друзья, просто супер, супер. Обязательно сюда приезжайте. Вам очень понравится. Дорогие друзья, вот так вот мы вкусно покушали на Дымчае, вот такой вот красивой беседке. Ну а сейчас идем исследовать Бияс-сарай пикник и показывать вам, что же здесь есть интересного. Здесь можно кататься с горках, купаться в горной реке, а также можно ловить рыбу.
Давайте пойдем и посмотрим все это вместе. Ben Uğur. Dimçay Beyaz Saray'a hoş geldiniz. Tanıtım yapacağız. Ben sizlere anlatacağım. Buyurun. Siz sorun. Burası girişimiz. Görmüş olduğunuz gibi sallanan çardaklarımız var. Suyun üzerinde. Yüzme alanlarımız mevcut. Bu şekilde yine bu taraflarda atlama yerlerimiz ve oturma yerlerimiz, dinlenme yerlerimiz mevcuttu. Balık tutmak için voltamız var. Balık tutabiliriz. Doğum günü ve özel günlerde rezervasyon var. Tesisimiz 2000 kapasite kişiliğe aittir. 15 yıldır açık tesis. Ben kendim 11 yıldır burada çalışıyorum ve memnunum. Herhangi bir hiçbir şikayet müşterilerimizden memnuniyetsizlik almadık. Giren müşterimiz hepsi memnun. Sizleri de bekleriz. Görmüş olduğunuz gibi burada alabalık salıyoruz. Voltayla tutturuyoruz bu şekilde. Konservatörümüz 3 katlı. Şömineli ve klimalı ısıtmalıdır. Kışın değil mi? Evet. Yaz kış açıktır konservatörümüz. Konservatörümüz 3 katlı. Aşağı yukarı 600 kişilik kapasiteye aittir. Как рассказал Урбей, вот эти вот беседки используют летом, а зимой используют вот это вот здание. Этот пикник открыт и зимой, и летом. Вот в этом здании вы можете находиться, сидеть у камина, вкусную еду кушать вот в этом здании зимой. А в беседках, конечно же, летом, потому что летом в здании жарко. И вот здесь вот у них есть бассейн, где можно ловить рыбу. Балык пьет? А, давайте посмотрим. Он говорит, что у них есть рыба, ее можно ловить, и здесь же ее готовят. Посмотрим. А мачок, крючок? Есть маленькая рыба, есть большая рыба. О, ne kadar hızlı büyüyor bu balık? Aşağı yukarı 3 ay içerisinde büyüyor. 3 ay. Evet. Эта рыба растет, через 3 месяца она вырастет. Очень здесь красиво, конечно, уютно. Bunlar da çok güzel şey. Çardaklar. Ага. Oraya gidelim mi? Tabii. Давайте посмотрим еще вот эту вот беседку, которая деревянная. Деревянные. Вот эти беседки, видите, они такие железные. А вот эти беседки очень красивые, такие интересные, деревянные. Как Улубей сказал, здесь вместимость 2000 человек. Работают они и зимой, и летом. А, видите, какой здесь вход? Здесь вход с воды. Я, кстати, хочу попробовать воду. Встретила здесь русских из Красноярска. Они купаются, представляете? Но я еще не купалась. А, burada özel şey, değil mi? Вот такая вот здесь красивая деревянная беседка. Atlama yerimiz derinliği 4,5 metre derinliktedir. Aşağıda можно прыгать в воду и глубина воды. Evet, 4,5 metre derinliğinde. 4,5 metre здесь глубина воды. И вот такой вот вид отсюда открывается на Бияс-Сарай пикник. Siz burada kaç sene? 15 senedir çalışıyorsunuz. 11 yıldır. Ha, on работает здесь 11 лет. Nasıl? Çok güzel. Güzel yemekleri, mi? Evet, hizmet, güler yüz, ilgi, alaka, her şey 10 numara. Sizin transfer var mı? Var. 5 kişiden başlıyor, 50 kişiye kadar servislerimiz mevcuttur. Sıkıntı yok. Evden, otelden, iş yerinden alıp yerine aynı şekilde bırakıyoruz. Güvenli bir şekilde.
сервис мевджут. Друзья, у них еще есть сервис. Сервис от 5 до 50 человек. Забирают вас, привозят и увозят. Контакты на этот пикник я оставлю в описании к этому видео, поэтому задавайте вопросы, спрашивайте, пишите. Очень здесь работают классные ребята. Сейчас мы пришли смотреть большую рыбу. Буганги балык. Ала балык. Видите, это ала балык. Siz buradan onu alıyorsunuz ve yiyoruz, evet. Çaya salıyoruz suya. Müşterilerimiz soğutasını getiriyor. Balıklar tutuyor. İster evine veya isterse burada temizliyoruz, pişiriyoruz, masaya servis yapıyoruz. Bu şekilde bir şeyimiz var. İster olsun kendisi getirir veya bizden temin ederiz. Her ikisi de mevcut zaten. Bu şekilde ızgarada veya yağda veya fırında nasıl isterse bu şekilde damak tadına göre yapıyoruz. Вот так вот выглядит ресторан в здании. Сейчас его, конечно же, не используют. Смотрите, здесь есть камины. И используют этот ресторан, это помещение используют зимой. Ой, представьте, как здесь классно посидеть у каминчика. Супер! И вот такой вот вид открывается отсюда на весь Бия-сарай. Есть еще вот такая вот детская комната, что-то вроде детского парка, где детишки могут поиграть. Небольшие горки. И вот такая вот большая горка и качель. Кто любил в детстве качаться на качелях, пишите в комментариях. Вот такая вот здесь красота, друзья. Мостик. И еще здесь есть, ну, как они называют, аквапарк. Но вот такая вот горка, с которой вы можете скатываться прямо в речку. Вот там сидят внизу русские ребята, они уже купаются и загорают, говорят, что тепло. А вот так вот в Турции моют машины. Супер! Bence paçalarını biraz kaldır. Gel. Gel.
но я думаю, что многие рискнут, кто приедет сюда. Если вы не рискнете искупаться, хотя бы пройдитесь по этой воде, очень сильно освежает. На Биасарай пикнике мы встретились неожиданно с Екатериной. Они тоже хотели вчера на встречу прийти с подписчиками, но не получилось. Но зато здесь встретились. Да, очень приятная встреча. Женя! Я поняла! Вы какой раз? Вы какой раз? Я второй в Алании, второй мы раз. Никуда больше не ездили. Первый раз были с мужем. Решили вывезти сюда ребенка. Сейчас хотим посетить. Да, пещеру, Екатеринбург. Были мы с мужем в пещере Эрмитаж, пляж Клеопатра. Ну, опять же, собираемся туда уже с ребенком. Куда мы еще хотим? На канатку. Канатку обязательно, наверх. Ну, вот на парк, который вы недавно укладывали, тоже хотим туда, наверное. Ну, туда едьте ближе к вечеру. Мы так и хотим. Вот мы хотим, да. А какой автобус туда ходит? Восьмой. Под тем видео есть ссылка. Да, я вот что-то у меня не показала. Автобус откуда идет? Из центра магазин Де-Факто. Элси Вайкики. Переходите на другую сторону, Де-Факто. Всем привет, Вайкики. Всем привет из Алании. А тебя-то, конечно, ты же блогерша великая. Тебя все знают. Вот такую рыбку мы поймали. Вот так вот классно мы провели время, друзья, на пикнике Биасарай. Встретили наших подписчиков тоже здесь. Очень нам здесь нравится, поэтому вы тоже приезжайте спокойно, красиво. Классный сервис, вкусная еда. Самое главное, очень хорошие цены. Ну, в общем, супер. Поэтому вы тоже приезжайте. А сейчас мы отправляемся в еще одно интересное место, где мало кто был. И об этом месте вы узнаете из следующего видео. Поэтому подписывайтесь на канал, комментируйте. В общем, делайте, что хотите. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока.